Привет, дорогой зритель! Если ты зашел на данное видео, значит ты ищешь решение проблемы с вылетом игры Call of Duty Warzone 2. Также разберем, почему она может не запускаться и лагать. Многие, не задумываясь, скачивают Warzone, не зная своих характеристик ПК, и потом огорчаются, когда он у них не запускается или жестко лагает. Не, ну ребят, ну серьезно, если вы обладатель не самого свежего железа, то лучше хотя бы чекните минимальные требования игры перед тем, как его скачивать. Итак, что касаемо Warzone. Давайте я вам постараюсь быстро рассказать о двух последних вариантах, которые, возможно, вам помогут. Ну, невозможно, а даже, скорее всего, они помогут, потому что я уже одну из них протестил, и, скорее всего, именно в этом у тебя проблема. Тебе нужно зайти на официальный сайт производителя твоей видеокарты, это может быть AMD, это может быть GeForce, в данном случае у меня GeForce, и ссылочку на сайт оставлю в описании. И на сайте тебе нужно проверить, вышло ли новое обновление для твоей видеокарты. Потому что вместе с выходом игры вышло и обновление на драйвера. И вам остается только скачать новейшие драйвера, установить их, перезагрузить компьютер и попробовать опять запустить игру. Если с установкой видеодрайвера проблема не ушла, у меня есть еще для вас одно решение. Обратите внимание, профиль вашей учетной записи, он не должен состоять из русских букв и символов. Это также относится и к пути файлов с самой игрой. Думаю, тут вы сами разберетесь, как переименовать. Если нет, то роликов на эту тему в YouTube очень много. Там буквально секунду времени у вас займет, чтобы решить данную проблему. Ну а на этом все. Я вам рассказал о самых популярных способах решения данных проблем, которые могут случиться сейчас на выходе игры Warzone 2. Хочу лишь только попросить у вас одно. Это подписаться на канал, потому что хочу к Новому году добить наконец-то уже 10 тысяч подписчиков. Ребят, реально, каждая подписка важна, нужна и обязательно. Обязательно напиши в комментариях, какой из способов тебе помог решить ту или иную проблему. Прожимай лайкосик и увидимся в следующих видеороликах. Кстати, заглядывай на стримы. Всем счастливо, всем пока-пока.